Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Snap. Так, первый матч. Ник Фьюри против Доктора Дума. Окей. Поехали. Это у нас, опять же, ребята, карточный батлер. Ну давай, давай, давай. Ник Фьюри против Доктора Дума, я уже понял. Ага. То есть он говорит, сейчас мы разогреемся перед настоящим боем. Познакомимся с Человеком-пауком. Говорит Ник Фьюри. Привет! Мне бы дома быть до 9. Так, Спайдермен, выкладываем карту. Закончить ход. Ух ты, Электро. Каждая карта добавляет силу. У кого больше силы, тот и победит. Так, у него сила одна, у нас силы две пока. Давай отправим Человеку-пауку подкрепление. Давай. А что вы тут трещите, детвора? Это кто у нас? Руги. То есть у нас будет сейчас 5 силы, так получается? Привет, я Человек-паук, они там между собой еще общаются. Так, победите на 2 из 3 локаций. Будет раскрыто на следующем ходу. Будет раскрыто через 2 хода. Давай вот это вот. Как насчет совместного фото в кинце? У Звездного Лорда есть спецспособность. Какая? При раскрытии, если противник разыграл карту здесь, на этом ходу, плюс 3 к силе. Ого. То есть это будет Петифан, да? Какая наглость заставлять Дума ждать. Блин, сюда поставить или сюда? Через 2 хода. Давай нас сразу сюда. На следующий ход. Так, мы Петифан, да, получаем? Все под контролем. Ух ты, кто там Сентинел? Играть против Дума опасное занятие. Так, Сокол, значит. Так, нажмите на локацию, чтобы узнать ее эффект. Так, Звездный Лорд, плюс 5. Новая Рома. Вытягивает карту. Опа! Медуза. У большинства карт есть спецспособности. Давай Медузу возьмем. При раскрытии, если эта карта находится в средней локации, плюс 2 к силе. В средней локации, это, то есть посередине получается, да? А ты? При раскрытии, если вы разыгрываете карту здесь, на следующем ходу, плюс 2 к силе. Плюс... Ну давай сейчас. Подожди, тут Сентинель. Сколько можно смотреть твой ход? Да подожди. Давай так сделаем. И вот так. Так, мои усиливаются, ребята, да? Воу. Тихо, 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 бро. Отряд все еще маловат. Ну, извиняюсь за опоздание, Пилатес. Железный человек обладает мощной способностью. Постоянно ваша сила в этой локации удваивается. А у него 0. Что это? Плюс 2 к силе карт в руках игроков. Посольство Ваканды. Ха, посмотрите-ка на это. Куда его поставить? Сюда, наверное, влепим. По идее, мы должны победить. У него 6, тут у нас... маловато, друзья мои. У нас получается здесь 2 и 2, 4, 5, а у него 6. Но тут-то мы выигрываем однозначно. Кого он сюда влепил? А, мы... О! Нифига у нас! Кто там? Времени мало, пора действовать. Так нифига себе, блин, 9 и 3. Халк стоит ждать. 12, Халк. Конечно, сюда лепим, ребят. Ну? Блин, 21, 2. О, мы победили, ребят. В следующий раз попробуем немного быстрее.
Да я понял, понял. Прекрасная победа. Играйте, чтобы улучшить внешний вид ваших карт. Поехали. В общем, ребят, это новая карта. Мне ее порекомендовал один из подписчиков. Сказал, поиграй. Вдруг зайдет. Так, медуза 2.2. Улучшим внешний вид. Новая рамка. Качество повышено. И снова улучшение. Так, снова бесплатное улучшение. Какие вы щедрые. Трехмерные. Качество повышено, редкое. А где она трехмерная? Я не вижу никакого трехмерного. Улучшая свои карты, вы открываете новые. Опа. Это у нас палач. Так, один к силе за каждую вражескую карту в этой локации. В колоду добавляем. Игра сохранена, отлично. Матч 2. Так, опять Ник Фьюри против Агаты Харкинс. А это еще кого принесло? Я умею управляться с детьми, смотри. Так, мы начинаем с 1 единицы энергии. Стоит 3 единицы энергии, эту карту пока нельзя разыграть. Я вижу, можно только вот это. Кто это такое? Quicksilver. Либо это, либо Мистик Найт. Я таких даже и не знаю, ребят. Карты здесь получает один к силе. Ну давай вот так вот сделаем. Что там? А, Quicksilver. За 100 тысяч лет мне так и не надоело ждать. Плюс один. Ну я понял, что энергию добавляет. Что тут у нас раскрывается? Зона пока... Ага, убежище. Здесь нельзя разыграть карту на 6-м ходу. Слушай, я, наверное, сюда медузу поставлю. Что там? Шоквейв? Блин, плохо, ребята, у него 5, а у нас всего 2. Блин. Хаб. Прошу меня извинить, мистер Фантастик. А почему я тебя не вижу, мистер Фантастик? Оу. Оу. На. Прикольно сделал. Осторожно, костюм только из чистки. Вот, железный человек, это то, что нужно, ребят. Блин, 5 энергии стоит. Блин, тут 5-6, у нас 4. Ну давай поставлю. Так вот. Получается у нас 6. Как там тебя зовут? Соня? Фигоня. Да ты запарил, он взял этого амбала сюда поставил. Твою налево. На. Здесь нельзя разыграть карту на 6-м ходу. Сначала я уничтожу тебя. Так, у них силы 12, да? У нас 10. Мы можем удвоить нашу силу, так ведь? Сира. Ну, двадцатка. Последний ход. Поиграем в гляделки. Участвуют все. Циклоп. Так, здесь у нас 6, у него 5. Ну что, ребят, ставим Халка. А, я не могу сюда влепить Халка. Ай-яй-яй, вот это я продинамил. Ладно, давай Халка сюда поставим. Ну, мы выиграли однозначно, друзья. Тут даже не обсуждается. Тебе не суждено победить, Агата. Согласен. Ну, ребят, пишите в комментарии свои по поводу этой игры. Так, Халк, улучшается карта у нас? Ну-ка. Новая рамка. Необычным стал, да? Мы что-то новое-то... Ага. Добавляет в вашу руку еще одного стража.
еще одного стража, да? Ну что, что зависло-то? Не, ну только не надо зависать, пожалуйста, а? Ага, это, видимо, было обучение. Главное. А это так и должно быть? Хорошо, допустим. Магазин. Слушай, ребят, по-моему... Знаешь что, как будто вот... я даже не знаю, как назвать. Ну, видишь, она зависла, она сейчас не работает. Или прогружается еще, ребят. Или это, ну, я подожду пока. Посмотрим, что будет. Так, друзья, ну что-то вроде бы прогрузилось. Откройте свою колоду. Ну-ка, давай посмотрим, что у нас тут за колода. Так, ваша новая карта просто супер. Так, замените шокера. Я взорву тебя. Удалите с колоды. Добавить эту карту. Добавляет в руку... Так, еще одного стража. Ну давай, добавим в колоду. У вас шикарная колода. Идите и побеждайте. Сюда, да? Очередной соперник ждет играть. То есть... А, все, уже кончились шуточки, да? Уже начинается... как это объяснить-то тебе? Все на полном серьезе, да? Подтвердить. Отлично. Ну что, ребятушки, сейчас будем смотреть. Гектор. Ну ладно. Блин, у меня колода такая. Что у нас тут? Будет раскрыто на следующем ходу. Если вы разыгрываете здесь карту, добавляет копию в руку противника. Блин. Кто там? Воу. Если противник разыграл карту на этом ходу, плюс 2 к силе. Что он там откроет сейчас? Плюс 5 к силе, если... Если у вас здесь только одна карта. Зашибись. Блин. Я сюда поставлю. Посмотрим. Ага. Блин, пока у нас, ребята, идет не очень все хорошо. Обменитесь руками в начале шестого хода. Руками, то есть вот эти карты обмениваются, да? Можно поставить циклопа. 4 силы. А что он делает? Выдвигаемся. Бьет лучом, что ли? Я пока не знаю. Давай посмотрим, что он здесь делает. Закончить ход. Ожидание. Его, что ли, ожидаем? Ну да, его ожидали. Так, он вешает палача. Опа, циклопчик у меня плюс 9. Отлично, ребята, просто шикарно. До Халка мы еще с тобой не доросли, да? Ну давай поставим сюда. И сюда. Можно было бы, конечно, и мистик еще вызвать. Опа. Опачки. Дубликатик получили. Блин, да ты запарил. Он запарил, ребята, своим вот этим вот жиробасом, блин, каменным. Обменимся руками. Да? Или пока нет. Давай я сюда поставлю. Блин, не хочу ему отдавать свои карты. Опа, он тоже человека поставил. Так, у нас сколько идет увеличение? 4. Обменялись, да? Ну что, поставим Халка? Блин, вот здесь проигрываем. Здесь, ребят, тоже проигрываем. Ага. Поражение. Ну, я думаю, ты понял, почему мы проиграли, да? Потому что хотя бы две бы взяли, было бы хорошо.
А так, повышается у нас железный человек. Используй бустеры, чтобы улучшить карты. Это вот это бустер у нас. Так, эта карта ждет вашего внимания. Очень-очень ждет. Ваши силы в этой локации удваиваются. Ну давай, давай. Повысим. Новая рамка. Так, карта становится необычной. Так, вот, Джессика Джонс у нас, ребята, открыта. Джессика Джонс, это новая карта, у нас ее не было. Она стоит 4 маны, идет у нее 4 к атаке. Если вы не разыгрываете здесь карту, на следующем ходу плюс 4 к силы. Продолжайте улучшать свои карты, чтобы открывать новые. Так, потом у нас будет Казар, Спектрум, Нейт Кравлер, Вульфбейн, Один, 25 кредитов. Так, ну что же, я понял. А вот это что такое у нас? Магазин. Джубили. Кто такая Джубили? А вот это что такое? Сезонный, сезонный пропуск. Блю Марвел. Ты еще кто такой? Я не знаю, ребят, кто это такой. Так, ваша учетная запись. Подключите учетную запись. Ну давай попробуем. Ну что, ребята, давайте попробуем еще партиечку. Может быть, у меня получится на этот раз получше. Так, играем против Роберта. А почему я не могу себе поменять здесь скин? У меня какой-то вообще неизвестный. Почему все время этого первым? А, во. Хавки дают, да? Тот, кто приезжает на этой локации, получает плюс 3 к силе на остальных. Я вот так вот сделаю. Жук. Смотрим, что здесь дается. Ее копия заполняет эту локацию. Если мы... Ну давай так сделаем. Он думает. Он думает, чтобы ему сделать, да? То есть заполняет, я так понимаю. Так, медуза. Замечательно. Да. Так и есть, ребят, заполняется. Воу-хо-хо-хо-хо. Так мы сейчас с тобой тут наберем нормально так. Позитивненько начали. Что тут у нас? Так, на пятом ходу карты стоят на один больше. Надо что-то с медузой придумывать, ребят. Я думаю, наверное, вот так вот поставить. А сюда вот так вот. Ну, у нас тут хорошо идет. 12 против 5. 12 против 5, здесь 3 против 2. Ага. Четвертый ход. Опа. Так, Звездный Лорд. А Звездный Лорд что у нас делает? Так, если противник разыграл карту здесь, на том ходу плюс 3 к силе. Он, наверное, вот здесь будет разыгрывать карту, мне кажется. А, мы можем еще с тобой. А медуза у нас что? Если эта карта находится в средней локации, плюс 2 к силе. В средней локации. Блин, на средней локации уже все забито. Ну давай вот так вот сделаем. Кого он там ввели? Кто? Что? Первая встреча? Мамор. А, Немор, ё-моё, Мамор читает уже. Плюс 5 к силе, если это
ваша единственная карта здесь. Но она не единственная у него. Опа, опа. Карты стоят на один дороже, да? Блин, мне не хватит. Могу только сюда, ребят, позволить себе поставить. У него циклоп. 13, у нас 12. А знаешь, что я сейчас сделаю? Вот так вот. Иду по-крупному. 9. 11. Воу. Да хорош. Как он так сделал? Мы выигрываем. Офигеть, ребята, сделал. Нормально. У меня этой карты нету или есть, но я не знаю, ребята. О, да. О, да. Конечно, улучшаю. Звездный лорд. Отлично. И помимо этого мы еще получаем Казара. Ваши карты с базовой стоимостью 1 получают 1 к силе. А у меня есть единички. У меня есть... Подожди-ка. Так, подожди. У нас единичка есть? Есть. Так, вы играете на локацию силы 10 и меньше. Так, у нас еще и анчивки тут есть. Забираем. Так, это мы забираем. Тут еще плюс ежедневки у нас получается, да? А это что? Оу. 1000 кредитов. Хорошо. Так, у нас что-нибудь тут доступно? Блин, тут только за деньги. Ага, и за золото. Во, вот. Быстрое улучшение. Давай, наверное, шоквейфа прокачаем. А он мне, кстати, почему-то ни разу не выпал. Если честно, я его не видел, чтобы он мне выпадал. Так, а нам нужно 4, да? Тогда давай еще. Подожди, не сюда зашел. Вот сюда мне надо. Так, шоквейв улучшен. И тогда соколиный глаз тоже улучшаем. И, да, мастер фантастик. А, это этот, резиновый чувак. В соседней локации получает плюс 2 к силе. А почему бы и нет? 200 кредитов потратить, что ли, а? Так, набор из 8 стандартных аватаров получить. Кто это? Ant-Man, Человек-паук. Ой, блин, Человек-паук. Человек-муравей. Это получается, если у вас есть другие карты, 3 штуки здесь, дает плюс 3 к силе. Угу. Дает плюс 3 к силе. Допустим. 66 бустов джубил. Ага, бесплатно. Еще забираем с тобой 50 кредитов. Ну что, ребят, я пойду помахаюсь, наверное. Так, я карту улучшил. Подожди, а кстати, где колода? Колода, колода. Мне нужно поменять свою колоду. Хотя, ты знаешь, нам не надо ничего менять. Да? Джессика Джонс у нас есть. Все. Так что открывается на 20. Прикинь. Видать, офигенная карта. Ну что, поехали. Еще партичку. Блин, подожди, не полная колода? А почему не полная колода? Я что-то убрал?
А, ну правильно, одну карту убрал. Джессику Джонс давай, наверное, добавим в колоду. Слушай, вот этот мужичок, наверное, нам нужно брать. Глупый сброд, вы все подо мной. Мерзость. 9 к силе. Давай, наверное, возьмем его вместо... вместо Хавка. Вот так вот мы сделаем. А, вот этого еще надо бы, наверное, взять. Так, это добавляет еще одного стража, это я помню. А вот это что у нас делает? Плюс один к силе, закажу вражескую карту в этой локации. В этой локации. Ладно, пускай будет. Ну что, погнали тогда. Была не была, как говорится. Рейчик выступает против Оливии. Ну что же, Оливия, давай. Я готов. Что у нас тут? У каждого игрока здесь может быть только одна карта. Будем ставить сюда суперскую карту. Угу. Что тут у нас появляется? Карты здесь получает один к силе. То есть мы на равных сейчас будем, да? Давай так попробуем поставить. То есть у нас будет Петифан. А он кого? 6. Тоже поставил, а? Ты посмотри, на равных. Хотя нет, нет, у нас 8. А, блин, у нас 8. По 8. Башня Айкорп. После третьего хода все карты здесь меняются сторонами. Да? Вот так вот я поставлю. Сюда надо было слабую карту ставить. Отлично, отлично, ребята. Циклоп. Я, наверное, все-таки поставлю вот этого. Закончим ход. Уж не знаю, кого он сюда... Так, Человек-муравей и Соколиный глаз. Нормально. 21. Блин, он еще может, ребята, нас переплюнуть. А Джессика Джонс у нас что делает? Если вы не разыгрываете здесь карту, на следующем ходу плюс 4 к силе. Плюс 4 к силе. Давай сюда. Так, мы раскрылись. Блин! 8. Последний ход. У меня нет выбора, друзья. Блин, у него Халк 12. Фух, повезло, ребят, повезло. Он Халк сюда поставил. Не знаю, почему он сюда не стал его ставить. Не понимаю, ребят. Он же мог поставить Халка сюда и все, и мог бы выиграть. Но он этого не стал делать. Очень интересно. Так, ну что, дорогие друзья, наверное, на сегодня я буду закругляться. Пишите в комментарии, как вам игра. Я думаю, что вы, наверное, пока еще не разобрались, что почем. Да я еще не совсем тонкости понял. Как бы общий принцип понятен мне, но есть кое-какие вопросики. И я думаю, что если мы в нее поиграем получше и разберемся, то пойдет дело, пойдет. Ну, а на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.